Добрый день, дорогие друзья! По улице Большой Троицкой в Гродно находится Большая Хоральная Синагога. И сегодня в программе «Нулевой километр» предлагаем вам вместе с нами посетить это уникальное место. Гродненская синагога является старейшей действующей синагогой в СНГ и одной из самых красивых в Европе. Храм является памятником архитектуры XVI века. Однако еврейская община в Гродно появилась задолго до этой поры. Сохранилась грамота князя Витовта 1389 года. Она давала евреям право свободно проживать в городе и заниматься торговлей. В первой половине 17 века евреи составляли больше половины населения города, а еврейская община Гродно была одной из самых больших в Великом княжестве Литовском. Гродненская хоральная синагога впервые упоминается в 1540 году. Здание было спроектировано известным итальянским архитектором Санти Гуччи. Почти все здания Гродно были деревянными, поэтому синагога являлась архитектурной изюминкой. Очень высокая крыша, крытая черепицей, декорированные фасады и две мощные башни спереди демонстрируют уникальное сочетание итальянского таланта и традиционных для иудаизма форм. Когда-то в городе над Неманом было более 40 синагог, но из-за пожаров и войн многие не уцелели. Так, например, 29 мая 1885 года вспыхнул сильнейший за всю историю Гродно пожар. Он уничтожил сотни еврейских домов и 12 храмов. Не пощадило пламя и большую хоральную синагогу. Толстые стены устояли, но сгорела крыша, все деревянные элементы и богатое внутреннее убранство. Иудеи собственными силами восстанавливали храм. На это ушло 15 лет. Синагога состояла из двух корпусов, расположенных перпендикулярно, ритуального зала и трехэтажного вспомогательного корпуса. Большая хоральная синагога в Гродно – единственная в Беларуси, в которой практически полностью восстановлена внутренняя отделка. В молитвенном зале отреставрировали угловые колонны, своды и великолепную лепнину, а сейчас утепляют пол. В центральной части молитвенного зала есть ниша, в которой должен стоять шкаф, где хранится Тора. Выше расположена надпись на иврите «Бог всегда перед тобой». В середине синагоги есть возвышение, с которого читают священное писание. Все здесь символично и имеет свой смысл, но, пожалуй, самым интересным и знаковым местом в синагоге является музей истории евреев Гродненщины. Сама идея возникла после идеи о восстановлении самой синагоги. Татьяна Анатольевна Зуховицкая, невестка Владимира Львовича Зуховицкого, предложила начинать восстанавливать потихоньку фасады синагоги, которая много лет стояла неухоженной, будем так говорить. И в октябре 2011 года появилась мысль о параллельном
создании музея истории евреев Гродненщины. Стены плакали от сырости, поставили маленький котелочек, начали топить. Очень много воды было, и сейчас, но сейчас уже лучше. И таким образом музей начал свое существование с конца 2011 года. Кстати, вот в процессе создания музея, наверное, уже 40 видеоматериалов есть у нас. Все известные люди, которые занимаются этой темой, иудаикой, известные люди, живущие еще в Гродно, ветераны войны, о всех есть видеоматериал, диски. Придет время, это будет уже история, и это будет показано где-то в каком-то месте музейном. Идея была Татьяны Анатольевны Зуховицкой, а Владимир Львович Зуховицкий, генеральный директор и председатель правления СМО ЗОВ, является двигателем всей этой новой жизни синагоги. Благодаря его усилиям поставлен новый котел, пошло хорошее, началось отопление. Делаются теплые полы в большом зале хоральной синагоги. Это большое движение. Как вы успели заметить, музей очень светлый и просторный. Правда, экспонатов так много, что планируют расширяться и дальше. Можно останавливаться у каждого стенда и часами слушать о творчестве известных ученых и художников, родившихся на Гродненщине, или рассматривать уникальное полотно с изображением синагог нашей области. Но все же в каждой истории есть печальный подтекст – трагедия еврейского народа во Второй мировой войне. В начале июля 41 года в Гродно прибыл отряд карателей для уничтожения еврейской общины. Было создано два гетто на улице Иерусалимской, современная улица Антонова, и в районе Большой Троицкой. Гетто номер один разместили в центральной части города, вокруг Большой хоральной синагоги. Страшно представить, что главное для верующих место – здание синагоги, использовалась нацистами как точка для сбора евреев со всего города перед отправкой в лагеря смерти. Всего за время существования гетто в Гродно через них прошло более 29 тысяч евреев, а в живых осталось только 200 человек. Самое ценное – это цель музея – воссоздать историю людей, сохранить память, вспомнить, как здесь, сколько народу здесь было, как они ушли из этой жизни, и вспомнить о тех, кто живет еще, мы это и делаем. Недавно была поездка одного из помощников. Человек поехал в Израиль и привез диск «4 часа воспоминания 91-летней Лизы Чапник». Это была разведчица в годы войны. Она была связной между Белостоцким гетто, она Гродненко, секретарь подпольного обкома комсомола и партизанским отрядом Алексея Карпюка. То есть ценно вот эта память о людях, самое ценное. И здесь есть стенды 4 семьи праведников мира, которые спасли еврейских детей. Здесь есть достаточно уже количество известных людей, которые внесли вклад в культуру и жизнь нашей области и города. Самое ценное то, что мы вспомнили о тех, кто был в гетто, нашли их воспоминания, знаем их историю и не забыли человека, который жив, слава Богу, в 11 лет был здесь. В гетто прошел 3 концлагеря, это Анатолий Вадукей, живет в Москве. Приезжали его сын и невестка, остались очень довольны. Они отдали все, что можно было для музея. Еще до войны храм посещало большое количество прихожан. Имелся свой хор и солист. Отсюда и название «Хоральная синагога».
Восстановление старейшей действующей синагоги на территории СНГ иудейская община Гродно начала в 2011 году. Студенты Белорусской академии искусств расписали стены в коридорах, а гродненский художник Владимир Головнев изобразил в музее хамсу, то есть защитный амулет в виде руки Бога. Проделана огромная работа, но планы по-прежнему грандиозные. В стенах синагоги хотят разместить центр общины евреев города и области. В здании будут кухня для бедных, детсад, библиотека и компьютерная. Главное, чтобы все задуманное исполнилось. Шалом, мои друзья, храни Господь ваш дом.